Всем здорова, с вами Жора, и сегодня мы смотрим еще одну посылку от дневника сталкера, только уже по метро. Так, не понял, что за Назариум? О, вот это по-нашему! Так, у меня тут очень много разного хабара, давайте, допустим, начнем с вот этого интересного прибора. Это зарядка для фонаря, вот так вот жмете, 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 и пауки вам не страшны, потому что они боятся света, ну вы знаете. А еще бы я посоветовал вам взять вот такую вот зажигалочку. Очень полезная вещь, если надо поджечь что-нибудь деревянное и соорудить себе факел. Потому что пауки такая зараза. Кстати, о, тут есть даже и паук. Арахнофобам не смотреть. Итак, тут есть у нас еще более милые вещи, чем жука-пауки вот эти вот. Это вот такой вот прикольный медведь. Мой хороший. А вот уже с этим вам будет не страшна никакая опасность в метро. Ну и еще им можно ковыряться. Зубах, кстати. Как зубочистка. Нож Артема, которым он валил упырей. Так, а вот эту тему точно надо взять. Это радиостанция. Кстати, вроде бы у Сэма такая же была. Алло, прием. Еще у нас здесь есть тоже незаменимая вещь, это карта. Карта Артема, ну и в принципе с компасом, которая показывает всегда, куда нам надо идти и где выполнять задание. Тут есть ножичек. Метательный ножичек, очень полезная тема, особенно для стелс-миссий и вообще. Сюда еще идет маленькая радиостанция на маленькую, короткую, короче, дистанцию. Так что полный набор. Ну а это даже очень прикольная штука, слушайте, это стеллион. Маща, слушайте, ну с такой волыной. Никто не будет со мной спорить. Это факт. Так, у нас тут еще есть сумочка Ганзы. Кстати, от противогаза. Слушайте, так где-то тут должен быть и противогаз сам. Слушайте, сейчас поищу. О! А вот эти вещи незаменимы вообще в метро. Это противогаз. Сложно найти противогаз с полностью целым стеклом. Так что это вообще незаменимая вещь. Так, а это у нас дозиметр, я так понимаю. Слушайте, не будет удобно смотреть радиационный фон. Слушайте, удобная тема. Так, что тут у меня еще есть? Есть еще часы. Часы с, типа, с годом 2033, ну, то есть 2033. Они еще должны светиться тут. Слушайте, о, чисто артемовые часы. Только светящиеся, с лампочкой вот этой синенькой, типа стелса. Дайте-ка я надену их, слушайте. Ну, давай. Ну, давай оденем. Это добро. О, тут еще одни часы. Слушайте, да я прям, слушайте, время буду знать постоянно, сколько сейчас. Опа. Часики тоже. Метро 2033. И с той стороны тоже прикольно сделаны. Опа. Ну все, я весь в часах. У меня на одной руке, на второй часы. И вообще, я буду всегда знать, сколько сейчас времени. Потому что в метро не видно, там темно всегда. Так, что тут у меня еще есть? Слушайте. О, жетон метро. Очень классная тема. Слушайте, дайте сразу одену. Вашу мать. Что-то ни хрена не налазит. Слушайте, как одеть-то? Как одеть-то реально? Слушайте. Я, может, не шарю, но надо разобраться будет, как его одеть. Ну ладно, я бы одел, но оно не одевается, тет. А еще здесь есть крутые метательные ножички. Тоже с гравировкой метро 2033 и будем кидать их. Пау! Надо научиться метко кидать. Ха! Короче, полезная вещь для стелс-миссии, вообще класс. Ну и самое главное, что здесь есть, это жилет спартанца. О! Вообще огонь. И вообще, типа, стать крутым бойцом ордена Спарты, блин. Тут Спарта тоже, дневник сталкера. Производитель крутых жилетов. Еще сюда можно что-то напихать. Слушайте, тут, кстати, идет ремень советский, еще такой, бляха. Вот кто-то, может, по жопе получал таким, так знает, что мощный и вообще крутой. Пояс, моща просто, неубиваемый. Сюда можно что-то вкинуть, например, радейку из отсюда. Давайте вот сюда. Вот набор. Что тут есть еще? Давайте ножик. Сюда можно вот сюда куда-нибудь впиндорить удобно. О, будет торчать тут всегда на этом. На взводе или нет, не тут.
Давай. А, во! А не, это кобура. Вот сюда можно запихнуть стелео. Да-да-да-да-да. Слушайте, удобно. Вот, вот, вот давай сюда запихнем стелео. А ну иди сюда, мой хороший. О! Вообще моща. Стелео. Нож. Ну и в принципе, что тебе еще надо? Вот, вот тут еще кармашки есть. Вот такой вот набор спартанца. С этим вы в метро точно не пропадете. Это факт. Ну и с жилетом вообще кайфа. Купить весь этот крутой хабар вы можете в магазине «Дневник Сталкера». Ссылки на магазин в описании. Ну, вы и так все знаете, и знаете, где это купить. Так что давайте, залетайте.